Приветствую, друзья! Сейчас мы с вами познакомимся с проектом Cube World. Это его первый, или по крайней мере один из первых альфа-билдов, поэтому игра в конечном своем виде предстанет перед вами совсем в другом виде, но сейчас мы смотрим то, что вот на текущий момент доступно, и уже некоторое время в нее поиграл, поэтому постараюсь для тех, кто еще с нею не знаком, немножко таких самых важных моментов, ну или по крайней мере моментов, которые мне показались самыми важными, рассказать. А прежде всего, ну я не буду показывать там экран создания персонажей, экран создания мира, это все очень просто там делается и беспроблемно. Я вот перейду сразу к рассказу о героях. Вот у меня сейчас персонаж Рейнджер, я сделал Рейнджера, я поиграл уже за Рейнджера и за Воина. Можно выбрать расу, но, насколько я могу судить, пока что раса никакой роли не играет, а в перспективе, судя по всему, она будет важна, потому что тут, видимо, будет даже политика, то есть будут города, скорее всего, разных рас, и, например, если вы играете за орка, то вряд ли вам будут рады в городе эльфов. Вот, но сейчас вот у меня, по крайней мере, на моей текущей карте, которая, как видите, у меня даже пока достаточно скромно исследована, причем я даже не совсем могу понять, это вот у меня карта вся вот эта квадратная, или все-таки вот она вся моя карта. Хотелось бы верить, что вот она все-таки вся моя карта, и тогда она действительно огромна. То есть, видите, я изведал только очень малый сектор вот этой вот всей наигромаднейшей карты. И это очень круто. Кстати, она здесь сделана так, что вы можете приблизить, даже вот буквально настолько приблизить и увидеть разные районы города. Вот в частности, видите, я сейчас в Gator City, и я могу увидеть вот где, что я сейчас нахожусь на стыке района приключенцев и торгового района. Вот, и так, слушайте, надо посмотреть. Тут куча таверн, естественно. Я сейчас нахожусь в магазине, ну, как знаете, такой типа как ломбард обычно. Ой, случайно пальнул. Давайте поговорим с этим персонажиком и что-нибудь ему продадим. Может быть, купить бомбочки, но, наверное, этими бомбочками я пока пользоваться не смогу. Вот, и, кстати, про бомбочки, насколько я знаю, они нужны будут в перспективе. Морковка. Вот, может быть, морковка. Куплю-ка я себе на всякий случай пару морковок. О, во, да, как я и думал, морковка это для любимца, но у меня любимца пока нет, потому что я, к сожалению, совершенно не понял, а как, собственно, этим любимцам обзавестись. Здесь можно обзавестись также деревянной лодкой, вот таким дельтапланом. Вот, и сейчас я себе накуплю склянок, потому что из этих склянок мы с вами потом пойдем и наделаем кое-чего очень важного. Вот, скажем, да я вообще, кстати, сейчас под завязку закуплюсь, пока у меня есть денежки. Максимум здесь в стаке 50. Причем странно, что у нас может быть вообще в принципе всего один стак какого-либо предмета. Вот я здесь, у меня наплечники, наплечная броня для воина, и я, к сожалению, как рейнджер, ее пользоваться не могу. И для бандюка наплечная броня, тоже ее пользоваться не могу. И Iron Fist, это, судя по всему, кулачное оружие, тоже для бандюка. Пользоваться мы им не умеем, я специально задержал его себе в инвентаре, чтобы вам продемонстрировать, что вот она есть торговля. Можно покупать также вот именно у этого торговца, можно покупать различного вида формулы, вот эти вот. Но, честно говоря, я пока не знаю, как ими пользоваться. То есть я купил себе парочку, они у меня даже вот лежат, но как этой формулой воспользоваться, я не знаю, но они даже на самом деле слишком крутые, потому что вот у меня, видите, Power 5, это означает, что я могу пользоваться предметами, у которых Power не выше, чем пятерочка. Я сейчас это вам продемонстрирую, обратившись, ну вот, скажем, тут соседний магазин, да, магазин бронника. Кстати, вот исходя из ассортимента этого бронника, я могу сделать вывод, что здесь одеть проще бандюка или воина, вот, чем рейнджера, потому что для бандюка и воина здесь продаются предметы, а вот для рейнджера найти почему-то сложнее. Вот видите, например, для бандюка, для воина, для бандюка, снова для бандюка, для бандюка, 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 все что угодно для бандюка и для воина, а для рейнджера
Ну вот видите, сразу как бы с Power 24. То есть, ну, вроде как неплохой предмет, но дело в том, что сразу-то я его не одену, а мне бы хотелось сразу чем-нибудь прибарахлиться. Или вот есть пользованная льняная курточка, но тоже Power 32. То есть я ее еще вообще черт знает когда одену, потому что вот у меня на уровне 1, у меня был, по-моему, Power 1 или 2, честно говоря, просто сейчас не вспомню. А на уровне 2, вот я сейчас просто заработал второй уровень, и, кстати, вы знаете, это было довольно-таки сложно заработать второй уровень. Вот. Но зато к тому моменту, как я этот второй уровень заработал, я уже, в принципе, более или менее себе представлял, что, собственно говоря, из себя представляет эта игра и как мне все работает. Ну или, по крайней мере, мне хочется верить, что я себе более-менее это представлял. Но вот, например, как завести домашнее животное, я до сих пор, честно говоря, не понял. А так, в остальном, какие-то основы игры понять нетрудно. Вот, например, сейчас мы с вами добежали до мастерской, в которой можно воспользоваться предельным станком. И, ну, например, что я здесь могу сделать? Могу сделать ниточки. Вот видите, нажимаю. Они делаются, к сожалению, всего вот так вот. Ну, то есть нельзя один раз нажать и сделать все, что вы можете сделать. Вам приходится нажимать много раз. Так, это я не могу сделать, и это не могу сделать. У меня не хватает ресурсиков. Да, маловато. Ресурсы здесь действительно не так просто заполучить. Ну, по крайней мере, те, которые мне нужны для моего класса. Заполучить мне было непросто. Хотя вот, ну, просто в качестве примера, здесь нужно фактически выбивать траву с кустов за рейнджера, чтобы делать свою классовую броню, которая делается именно, ну, которая является льняной. А эти кусты я вот в своем сгенерированном мире встречаю почему-то не очень часто. Не знаю, может быть, это просто такой, знаете, стандартный закон подлости, как это обычно, в общем, и бывает. Так, а ты кто у нас такой? Волшебник. Так, тыкву я взять не могу. Ты будешь на меня нападать? Ты не будешь на меня нападать. Я тебя раньше не видел. Ты путешественник? Приключенец? В смысле, да, я приключенец. Все, иди своей дорогой. Как видите, игра вот даже, в общем, на стадии эльфа. О, на стадии альфа. Выглядит весьма и весьма неплохо. В плане, ну, какой-то такой наполненности. То есть здесь есть людишки, с которыми даже можно поговорить, торговцы, с которыми можно поторговать, ну и, собственно, монстры, с которыми можно повоевать, но, ну, так вот, знаете, условно, вот вы сейчас могли видеть куст, у которого серая полосочка жизни. Ну, если по-простому объяснить, вот все то, у чего серая полосочка жизни, уничтожайте и собирайте, что от него остается. А все то, у чего другая полосочка жизни, вот тут уже гораздо сложнее, потому что это, ну, существа, которых в принципе можно убить. Но, как бы вам сказать, дело в том, что здесь существа довольно крепкие. Почему я и сказал, что достигнуть второго уровня даже для меня было непросто. Дело в том, что меня, например, в этой игре дважды убивала белка. Вот сейчас видите пчелок. Вот я сейчас нападу на этих пчелок, хотя вы знаете, что-то как-то даже мне не очень хочется. А, видимо, они сейчас сами на меня нападут. Вот видите? Пчелка. Давай. Фу. Вот она, казалось бы, какая-то пчелка, но тем не менее эта пчелка сняла у меня практически все здоровье. И, ну, у меня, в общем, как вы сами могли заметить, были проблемы с тем, чтобы эту пчелку уничтожить. И вот я сейчас откушиваюсь своими лечилками для того, чтобы, ну, продолжить путешествие. Изначально нам дают 5 лечащих зелий, каждая из которых может восстановить наше здоровье на 200, но этого очень мало, потому что здоровье у нас имеет свойство очень быстро заканчиваться, когда мы с кем-нибудь встречаемся, поэтому нужно крафтить собственные лечилки. А как крафтить собственные лечилки, я вам расскажу прямо сейчас. Во-первых, я сейчас хочу попробовать, интересно, здесь будет работать этот крафтинг? Так, давайте-ка попытаемся. Ух ты, ничего себе. Что это вдруг у меня такой рецепт появился интересный? Вот здесь, наверное. Да? Нет. Здесь нельзя. Здесь крафтить нельзя. Поэтому мне нужен... О!
О, мирные? Ничего себе. Вот тут я первый раз вижу вот этих ребят, чтобы они были мирными. Ищешь лодки? Загляни в магазин общего... В магазин тысячи мелочей. Короче, так, загляни. Так, мне нужно возвращаться в город, потому что я вам хотел показать, как сделать лечилки. И обе лечилки, которые на текущий момент мне известны, для них, в общем, нужен город. Вот как я забираюсь по отвесному склону, я просто нажимаю Ctrl. Вообще, чтобы посмотреть какие-то такие начальные моменты, связанные с управлением, вы просто можете нажать F1 и увидите вот такой вот интерфейс, который с ним ознакомитесь, почитайте. Тут на самом деле ничего сложного, просто расписаны некоторые основные клавиши управления, которые вам очень сильно помогут. Поэтому я настоятельно рекомендую внимательно со всем этим ознакомиться. Еще какая-то пчелка. А, это шершень. Кажется, он на меня нападает. Он хочет на меня напасть. Все, готово. И скушаем. Вот эти ребята очень серьезные, с ними лучше вначале не связываться. Серьезно, очень серьезные ребята. Я здесь вообще-то как бы даже кролик может нести опасность. Ну, понятно, что это связано, конечно, в большей степени с тем, что сейчас весьма ранняя стадия разработки, и поэтому, естественно, все это будет правиться, видоизменяться. Вот. К разговору о лечилках. Самый простой способ сделать себе лечилку. Видите, у меня сейчас такие колечки. То есть, в принципе, есть два варианта. Либо, ну, у меня два варианта. Либо зелье лечения, вот видите, плюс 200. Либо ананасовое колечко, плюс 100. Зелье лечения, конечно, круче. Но зелье лечения это сложнее. Идете в город, короче, ищите ананасовые грядки. Собираете под завязку ананасов. И потом там же. Вот там же просто садитесь, выбираете приготовление предметов и начинаете нарезать ананасы. Вот просто нарезаете и все. И у вас будет целый стак, вот как у меня сейчас. У меня все уже целый стак ананасовых колечек, которые являются простейшими лечилками и очень сильно вам помогут. Более сложный вариант, это идете в магазин, ну, собственно, item shop, да, в котором торгуют обычными предметами. Покупайте там склянки, каждая склянка стоит 2 медные монетки. Потом подбегаете к колодцу, как сделал это я сейчас. Выбираете вот это. Так, тут, судя по всему, нужно запрыгнуть в колодец, да. Запрыгиваете в колодец и начинаете в эти склянки набирать воду. И как только у вас набралось воды достаточно, ну вот я сейчас наберу, скажем, 10 штук, наверное, или давайте 15. Вот сейчас 15 склянок с водой я набираю. Все, выбираю потом эту вкладку. И у меня уже собраны вот эти вот цветочки. Обратите внимание. Так, и тут у нас какая-то потасовка началась. Где? Напали орки. Орочье нападение. Так. Нет, парень. Фу. Опасные ребята. Ох, все-таки орки опасные ребята. Так, заедим ананасиком. Хотя, кстати, пока вот я... Пока я здесь, я могу показать, что вот у меня есть вот эти цветочки, сердечки и склянки. И это означает, что я могу из них наделать зелий здоровья. То есть, ну, пока у меня есть склянки и эти цветочки, я могу себе наделать в достаточном количестве бутыльки здоровья. Вот я сейчас наделаю их под завязку, чтобы у меня было максимальное количество этих бутыльков. Так, и все, у меня закончились склянки, наполненные водой. У меня еще есть цветы, но нет просто склянок. Ну, я сейчас не буду тратить на это время. Просто побегу дальше. А также у нас есть на клавишу X вот этот вот текущий экран скиллов. Он, конечно, будет гораздо сложнее и интересней. Сейчас в нем 3 скилла общей направленности, они вообще для всех персонажей будут одинаковыми. Это то, что связано с домашним животным, его усиление, потом возможность ездить на нем,
на домашнем животном. Потом это то, что связано с карабканием, и это то, что связано с плаванием. Вот, соответственно, тут второй позволяет дельтапланом пользоваться, здесь второй позволяет лодкой пользоваться и рассекать пространство водное, в водной глади. Здесь же вы можете выбрать свою, ну, такую более узкую классовую направленность. Изначально стоит первый, можете выбрать второе. Описание на каждую есть. Активные навыки, по-моему, меняются с изменением направленности. И здесь ваша, ну, на текущий момент мини-классовая линейка. Вот каждый скилл можно, конкретный скилл прокачивать, можно как бы, ну, дождаться, пока у вас откроется возможность взять другой скилл и прокачивать его. Вот, это, в общем-то, то, что на текущий момент связано с персонажем. Вот его куколка. Стандартно открываем инвентарь, смотрим, что у нас тут есть. Но это я уже, в общем, показывал. Что это я такое нашел? 8,8. Но на самом деле это практически то же самое, что было у меня. Может быть, чуть лучше, может быть, чуть хуже. Это вот все те материалы, которые были мною собраны. Кто-то ко мне подкрадывается, что ли? А тут человечек бегает. Они тут все сейчас так громко бегают, на самом деле. А как же можно заработать деньги? Давайте я вам расскажу хитрый способ. Он, наверное, за рейнджера проще реализуется, хотя я думаю, что можно и за любого реализовать там. Ну, за рейнджера с магом теоретически попроще. Дело в том, что первостепенная, в принципе, ваша задача, на мой взгляд, это найти город. Потому что в городе вы можете там закупиться припасами, в городе вы можете наделать лечилок, и, в принципе, в городе безопасней. А дело в том, что вот по кромке города и в черте города бывают такие тренировочные арены. Я сейчас постараюсь какую-нибудь из них найти. И на каждой тренировочной арене стоит, ну, своего рода тренер, хотя это просто такой сильный NPC-воин. И вот этот сильный NPC-воин, он может вас защитить от врага. Привет, что ты хотел мне сказать? Plane Runner Pet. Ну, это, конечно, круто, но я бы тоже хотел, чтобы у меня был Pet. Ой-ой-ой, гномы напали. Бежим! Гномы нападают! Тихо, ребята, тихо! Терьер, помогай мне! Фу, бойцов ближнего боя вынесли. Ну давай. Ух, это не давай. Черт, вы видели, а? Не, ну вы видели это? И вот где мне сейчас их искать? Где мне сейчас искать мой лут? Ну, на самом деле здесь это опять-таки альфа, поэтому смерть, она, ну, знаете, как бесплатное лечение и случайная телепортация. Ну, не совсем случайно, вы телепортируетесь всегда к какой-нибудь из этих вот статуй. Вот которую там могли наблюдать, когда я появился. Но все равно неприятно, потому что все-таки вы не можете подобрать тот лут, который остался с ваших врагов. Ну, хотя это, конечно, характерно только для того случая, если от ваших врагов остался какой-то лут, а не просто какой-нибудь особо ушлый враг просто вас изничтожил. А такое бывает очень часто, особенно когда вы просто начинаете играть. Я вот когда запустил впервые эту игру, мне показалось, что это просто какой-то дичайший хардкор. Ну, с тех пор я, конечно, наиграл в нее не очень много, но тем не менее, вот вы сейчас могли, кстати, пронаблюдать вот эту боевочку. С такими партиями мне было страшно связываться весьма и весьма долгое время. Сейчас мне бы на самом деле тоже побояться с ними связываться, но я просто лезу на рожон, в частности, для того, чтобы показать вам все это вот. А здесь, подождите, печка. Да. И у печки я могу, по-моему, приготовить. Не могу приготовить. А я надеялся, что я смогу у печки приготовить этот, как он там называется. Ну, вы видели. Тыквенный кексик. Вот. Я хотел приготовить тыквенный кексик, но у меня не получилось, очень жаль. А здесь также, по-моему, будет все же изменяемый ландшафт. И бомбы, они спас. А вот и ты, да? А, нет. Это мирный волшебник. Это мирный волшебник. Хотя давайте я попробую на него напасть. Ну да, это мирный волшебник, поэтому на него нельзя нападать. Здесь
на самом деле тоже пока такая странная система. На некоторых, например, домашних животных в черте города вы можете напасть, тогда как на других напасть нельзя. То есть все ваши там снаряды и удары просто будут проскакивать мимо них. Вот. О чем же еще я хотел бы вам рассказать? Да я не знаю. На самом деле, по-моему, я уже такие основные моменты рассказал. С управлением вы справитесь самостоятельно. Оно здесь весьма стандартное и понятное с ним. Никаких трудностей возникнуть не должно. В остальном я вам рассказал, как вам лучше поступать для того, чтобы выжить. Даже показал крафтинг какой-никакой. И поэтому далее ожидаю ваших комментариев с вопросами, на которые я смогу ответить прямо под данным видеороликом. Или, может быть, даже снять какой-нибудь еще один. Вот. И сейчас мы постепенно завершаем данный видеоролик. И я вам покажу, что нужно делать, когда приходит ночь, или когда у вас совсем нет лечилок и нету денег, и вообще ничего нет, но что-то делать нужно, чтобы вылечиться. Ух ты, сундучок. А давайте. Вау. А в нем что-то было? А в нем ничего и не было. Очень жаль. А в этом? Ну ладно, это я уже увлекся. В общем, я вам просто хотел показать, что здесь можно зайти в домик и лечь спать. У вас сразу ускоряется время, и постепенно восстанавливается ваше здоровье. То есть, если у вас вообще ничего нет, и вот вы сразу как стартанули, посмотрели на карту, а сразу, когда вы стартуете, у вас на карте будет видно, где находится город. Я не знаю, один ли он здесь, или это просто ближайший, но в любом случае вы узнаете, где он находится, и сразу бегите к нему, потому что... Да потому что я вам объяснил, почему. Потому что можно кого-нибудь подманить к солдатам и заработать деньжат, можно наделать себе здесь всяких интересных штук, можно закупиться, и вообще вокруг города вся жизнь, и даже в городе некоторые NPC вам могут рассказать местоположение каких-нибудь локаций. В завершение я расскажу, что в этой игре также есть мультиплеер, и, ну, правда, пока здесь нет никаких, по-моему, официальных серверов, но можно создавать даже свои, насколько я могу судить, сервера, то есть если у вас есть возможность какой-нибудь сервер создать, то вы даже с друзьями сможете в эту игру поиграть на собственном сервере и создать целую такую партию и уже бегать не в одну каску, как это делаю я, а бегать вон, как, например, вот та партия приключенцев, на которых я сейчас нападу, и на этом мы, собственно, и завершим наш видеоролик. Да, вот они, да, запошел замес. Так. Привет, парень. Ну что, кто остался? Ух ты, от них какой-то рецепт даже остался. Вот это круто, вот это приятно, когда остается какая-нибудь интересная плюшка. Ну что ж, друзья мои, напоминаю, что в комментариях я готов ответить на все ваши вопросы. Если их накопится какое-то такое большое количество, то, конечно, мне проще будет снять дополнительный видеоролик об этой игре, в котором я, собственно, и отвечу на все те вопросы, которые будут вами заданы, и попытаюсь осветить все темы, которые вам будут интересны в этом проекте, потому что я вот, например, смотрю на эту игру, и мне, черт побери, хочется в нее играть все больше и больше. Ну что ж, друзья мои, спасибо вам за внимание и до свидания.